Сегодня 2 июня, чечевица, сорт Red Cod. Сегодня достаточно ветрено. Хочу показать как бы неприятные проблемы на чечевице. Это вот такой вот многолетний сорняк. Наверное, это чина клубненосная. Достаточно неприятная в посевах чечевицы, гороха. Культура, сорняк, растение, как можно еще назвать. Ну, то есть создает немало проблем. То есть разрастается, распространяется, бороться именно в чечевице с ней сложно, то есть даже не сложно, невозможно. Все в обороте, как бы не всегда ты думаешь об этой культуре, ну, я имею в виду о чечевице, что, допустим, будет чечевица, что нужно за несколько лет что-то попытаться сделать с чиной. То есть вот так она распространяется, возможно, это благодаря долотам, лемехам. То есть по полю ее растаскивают агрегаты и так далее. Варианты, какие могут быть варианты? Варианты — это клопиролит на полях, там, где была свекла, в этом хозяйстве была свекла несколько лет назад, и вот участки, где была свекла, там они более чистые, естественно, на свекольных полях бывает спашка, бывает периодически клопиролит. Ну, я думаю, что еще и поможет с этой чиной как бы справиться еще и трибинурон в более высоких дозировках, но это чтобы ее хоть немножко подавить, чтобы она сильно не распространялась, потому что искоренить ее полностью, наверное, все же будет сложно.